Всех с добрым утром. Я только проснулся. Сейчас у нас 6:30. Вот, солнце встает. Сейчас поеду на мопеде до папы. Вот видите, я мопед уже выгнал. Все как надо. Это объектив какой-то грязный. В общем, поедем сегодня разбирать печку в Заливино. Разбор. Плюс еще потом соберем ее. Будем делать голландку, контрамарку, в общем, их делать. Так что хочу вам пожелать приятного просмотра. Будет видео интересное, так что обязательно досмотрите его до конца. Ладно, я сейчас поехал до папы на мопедоне потихонечку. Сегодня у нас тепло. Кофточку одел, чтобы когда разгоняюсь, не так было холодно, потому что ветер все равно обдувает. Так, в принципе, вообще уже жарко. Не знаю, как сегодня будем работать в такую жару. Ну, надо делать. Ладно, погнали. Все, отправились уже с папой на печку. Сегодня будет жара. Уже что-то посажено здесь или нет? Не знаю. Как будто нет, просто трава растет. Очень много. Да, да. Старые деревни, для чего? Может, кстати. Что он кто-то будет заворачивать, что ли? Все, приехали на место. Тут люди уже работают. Тяпают. Папа переодевается. Вон ту трубу сейчас будем разбирать. Вон она. Вся кирпичная. И потом будет тоже кирпичная. Вроде как. Пока что. Что, через нее и залезем, да, наверное? Конечно. Хозяйку даже будить не будем сразу. Через трубу зайдем домой. Через раздел. Да. Вот так вот. Так, вот эту печечку мы будем убирать. Вот она. Смотрите, как труба висит. Очень опасно. В любой момент может упасть. Кожух уже старый. Неизвестно, сколько печке лет. Может, лет 60. Скорее всего. Вот и с этой стороны она так выглядит. Вот это уберем. И здесь будет 3×3 печечка. Голландка. Вот. Так что сейчас полезем на крышу. Там кирпичная труба, как я уже показал. Будем разбирать. Как разберу, все покажу. Как будет выглядеть тут. Обязательно в масочках будем. Хотя они особо не помогают, когда ломаешь печку. Вот. Сейчас у нас 8 часов уже утра. Посмотрим, за сколько мы ее разберем. Сейчас подготовим, мылом руки намажем и в бой. Все, трубы нету, как вы можете заметить. Я немного загрязнился. Вот столько кирпича с трубы прям скидывали оттуда сюда, потому что скат там хороший, таскать неудобно. Вот. Там папа уже дочищает метелкой. Сейчас покажу вам, как у нас получилось разобрать их. Сейчас. Вот. Че, чистый? А, поближе, против света ничего не видно, да? Чистый. Вообще. Вообще чистый. Вот столько целого кирпича всего осталось. И вот так вот выглядит в разобранном виде. Сейчас ты покажу с стороны. Тут еще немного вот кирпича целого. Такой вот проемчик. Все, сейчас надо в там улицу убрать еще. Кирпич. И тут надо убираться. Начало работы. Начало печки.
кармане. Да, маленькая бутылочка. Три на три всего. Это разве маленькая? Да понятно, что большая. Вот. Мещу глину. Маленько подтаскиваю кирпич. Я пойду покажу, какая глина. Глина вот у нас. На коренке. Вот такая вот глина. Более-менее. Также посмотрите, сколько кирпича у нас. Ну, с печки вышло. Лома всякого битого. Вон грязи сколько. Глина тут, кирпич. Вот сколько у нас тут получилось. С той контрамарки в кожухе. Жара сегодня вообще. Я уже весь потел. Помылись более-менее после разборки. Сейчас будем делать. Вот кирпич у нас вот здесь вот. Я тут уже протянул болгарку, чтобы пилить кирпич. Вот она лежит. И вот такой вот у нас кирпич. Тут примерно 400 штук. Но должно хватить. Плюс старые там еще дома. Почистили. Более целый. Вот. Так что будем сейчас делать. Буду постепенно вам, как обычно, все показывать. Смотрим. Перекрыли топку. Сейчас будем начинать делать на ребро. Подтаскиваю все кирпич, глину, не успеваю. Тут же кладу, тут же все делаю. Вот, в общем, работа идет. Натаскали сюда кирпич. Глину туда будем подавать через это отверстие, чтобы потом кругами не бегать. А сейчас надо будет лист открутить на крыше, чтобы пролезть туда, потому что лаза нету. Мы через трубу залазили под крышу. Сейчас покажу. Что, не видно? По-любому сбиты должны быть грани. Смотрим, где тут откручивали лист. И вот это тоже. Да. Остальные нормально вроде. Ну, как раз он там, будем ловить. Скрутили лист. Пролезть под крышу. Чё там? Нормально? Решила хозяйка все-таки ставить. Ёлы провода. Металлическую трубу. Удобнее ее заделывать. Чё, не хватает, да? По длине. О. Нормально же, да? Ну не, вот здесь что лист на это сверху, да, он лежит. А, ну все. Провода тут вообще опасны. Идут. Туча какая-то идет. Это надо будет закрыть сейчас, да, пап? Лист обратно. Вот, в общем, поставили металлическую трубу. Это не мы делали. Наши коллеги, да. Все, отбойничек будет. Вода уже туда точно не будет попадать. Ну, сейчас там еще подобьем где-то кирочку. Угу. Да, вон. Вокруг трубы еще обобьем. И все. Прям рядом с ними. Прямо рядом с проводами. 220. А может не 220. 380. А.
прикрутить его. Тут вот идут как раз в ряд. Идут. Меня вообще муравьи закусали. Кусают и кусают. Сейчас голуби летали прикольно так, крутились, вертелись. Надо сказать, человек поднял воздух. Да. Для людей. Показать. Затопляем печку. Вот такая вот она получилась. Газеты какие-то не горят даже. Это мать, краска, наверное, одна. Ну. Она не горит. Вот так вот. С этой стороны выглядит все. И с этой. Сейчас еще будем кирпич этот выносить, прибираться тут. Шнур еще смотать надо. Проверить все. Что ты, спички тебе? Да спички вон. Ты думал, стопки накладывать тебе. А? Надо спросить просто, куда его выносить. Туда же, наверное. Думаешь? Ну, я не знаю. Может, вы эту тут брали, но... Можно. Горит. Горит, горит. Я проходила, смотрела дым. Я тоже пойду сейчас посмотрю. Горит, не горит. Дым идет, не дымит, дымит и не дымит. Посмотрим. Где там труба? А, дым идет. Вот из этой трубы. Топится печка-то. Тучи идут, какие-то тучки. Ну, по погоде передавали то, что сегодня будет небольшой дождик. 0,2 миллиметра всего лишь. И так ходят сюда тучки. Но пока ничего не капало. А, болгарку убирать. Вот. Наделали мы печку, в принципе. Как вы могли заметить, все топится. Вот так. Сейчас скоро поедем уже домой. Едем на тучу. Там громыхает. Молнии. Звонили сейчас нам с дома, говорят, теплица у людей сносит, кошку унесло ветром, не могут найти. Вон такие сверкают. Сейчас я сниму, подождем, когда сверкнет. Было видно, как сверкает. О! Это сверху. Ну, сверху. До низа не пробило. В итоге делали разбор и сбор печки. 13 часов. 12 часов, ну плюс нет, еще крышу, это, трубу там подделывали. Чтобы они не текли. 13 часов. 13 часов, да, 13 делали. Печку. Вот, о, все, снял я. Ну и будет видно. Этот убегает. Большую скорость, а мы туда едем. Дураки. Лишь бы в машину не попало. А может такое быть? Может, конечно. Хоть куда же попадает. С тобой начнем на японском базарить. На английском. Ну, кучу языков будем знать. Так, ну, только других никого не будем знать на языке. Такое вот у нас видео получилось. И умы там вообще молнии сверкают. Ладно, подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх. Мы, в общем, едем домой уже поздно. 10 час, да, вот сейчас время покажу. 21:04. Все, едем домой. Всем пока. Газу прибавишь, ё-моё.
ветра. Против ветра всегда против волн встают. На реки.